В субботу в Карачаево-Черкесии состоялась торжественная отправка призванных из запаса граждан в рамках частичной мобилизации к военнослужащим. Со словами благодарности и поддержки обратились глава республики Рашид Тимрезов, представители власти, духовенства, общественных организаций. Подробности у Али Баташева. Бодрый настрой защитников Родины подчеркивали развивающиеся в воздухе флаги. Желание с победой вернуться домой объединяло всех военнослужащих, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Хотелось бы передать привет всем родным, близким, сказать, чтобы поменьше нервничали, все будет хорошо. Вернемся обязательно все живые и здоровые и с победой. К собравшимся обратился глава республики Рашид Тимрезов. Он выразил надежду, что ребята будут с честью защищать рубежи нашей Родины. Если вчера ваши товарищи выходили с этого плаца на специальную военную операцию, то сегодня вам предстоит отправиться для боевого слаживания и подготовки. И потом отправки для защиты уже нашей великой Родины, России. Мы сегодня проснулись в новой стране. И я уверен в том, что для вас это будет тоже большая честь защищать уже рубежи нашей Родины, нашей великой державы России. Я хочу поблагодарить ваших родителей, ваши семьи за то, что воспитали настоящих мужественных сыновей нашей малой Родины и нашей великой страны России. Глава республики заверил, что ни один из мобилизованных военнослужащих и членов их семей не будет обделен вниманием всех органов государственной власти. Защитников Родины поддержали и представители духовенства, общественных и молодежных организаций республики. Мы верим в вас. А самое главное – берегите себя. Возвращайтесь домой к семьям живыми и здоровыми. Перед отправкой все мобилизованные прошли огневую подготовку. Далее военнослужащие пройдут обучение на полигонах и учебных центрах. По программам боевой подготовки – механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. После подготовки по программам боевого обучения военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия.